Привет! Очередной день, очередная тренировка. Погнали! Итак, вот сегодняшняя площадочка. Это частично детская площадка, частично площадка для взрослых. И что мне в ней нравится? Она объединена в один комплекс. То есть здесь реально можно придумать много интересных штук, если включить воображение и начать придумывать разные упражнения, комбинации. И это здорово. Здорово, когда площадки дают возможность для креатива. Когда они изначально создаются таким образом, чтобы можно было много всего интересного придумать. Ну, поскольку у меня сегодня круги, то ничего особо интересного я придумывать не буду. Разве что подтягиваться, скорее всего, буду вот на этих смешных штучках. Либо, опять же, да, судя по тому, как они висят, я буду подтягиваться нейтральным хватом. Вот, потому что все перекладины здесь толстые, и на них, может быть, не очень удобно подтягиваться мне сейчас. А на этих штучках прикольно, на других площадках этих штучек нету, так что надо использовать те возможности, которые дарит конкретно эта площадка. Вот. Вообще здесь очень-очень много детей, которые лазают по вот этой фигне. Я не знаю, как она называется, наверное, паутина. Но она тоже очень крутая, и на ней тоже можно много всего напридумывать. Можно делать разные виды там отжиманий, подтягиваний, и за счет того, что она нестабильна, это будет создавать дополнительную нагрузку на мышцы для баланса. Это здорово. Ну и опять эти ужасные брусья. Видимо, станок для растяжки и какой-то адский тренажер. Наверное, чтобы на нем пресс качать. Я не знаю, эти ролики еще и спину массируют. Какая-то реальная жесть. Я не знаю, кто это придумывает все, но было бы интересно пообщаться с этим человеком. Вот, ну а сейчас я сделаю разминочку и будем делать... Вот такие круги на сегодня. И пара советов напоследок. Во-первых, если у вас тоже перчатки Workout F1, как у меня, с замшевой ладошкой, а на улице дождь, обязательно протирайте турники, потому что замша не любит контакта с водой. А в остальном она прекрасна. Второй момент. Одевайтесь так, чтобы у вас была защищена шея, чтобы у вас была закрыта поясница. Потому что меньше всего вам сейчас надо в переходный период это застудить себе что-нибудь или заболеть. А я уже говорил в одном из предыдущих видео, что переходные периоды, они самые такие опасные. Потому что вы пока еще не привыкли к тому, что температура на улице другая, и надо одеваться по-другому. В общем, следите за этим. Вот. Еще будет отдельный пост, отдельное видео про то, как тренироваться, как одеваться именно в холодное время года. Он будет чуть дальше.
пока мы разбираем более важные вопросы. Вот, и поэтому вот такие вот пары советов. Увидимся завтра, снова с Эрдом Тушным, но уже на другой площадке, как вы уже поняли. Пока.